кассет, где рентген не достал, томограф еще, а компьютер не понял, что там за изъян. Вот дышать тяжело, а так ничего, можно на бок прилечь, но только на правый. Я уснул, а меня увезли на площадку с прожектором метр на метр. Реквизит весь блестит, и сцены готовы, но играть-то я должен глухонемого. Мой сценарий огромный рентгеновский лист, на лице моем маска страшнее нельзя. Грудь наподелена сильно жгучим составом. Фразы начали, маски к лицу, и поехали с чертом, то есть к черту. Два врача и одна медсестра склонились над мной, нутро выложив пятиминутку. Там печенка и почки, те, что весной набухают после получки. Медсестра говорит, у него на кишке всем известный отросток. На что врач говорит, пригодится ему, как любовная муза подростку. А хирург херувим говорил, не в попадку про солнечный рай, то про проклятый ад. Что-то резал, искал, бормотал. Где же полость, не может ее и не быть? Где же взять пустоту, если нету? Врач смекнул, как придумать изъян, избежать просака, протянул херувиму два тесака. И не думай, то движением сабить извлек кусок мяса размером со сжатый кулак. Скинул на пол и что-то изрек. Медсестра быстро маску сняла и сбежала в подсобку. Ничего, зато вы-то остались у дел, а со мной передел, и во мне пустота, а вокруг суета, суета, суета. Все. И это был Александр Федотов! Спасибо! А следующим на сцену приглашается Дмитрий Рябов! Дмитрий! Молчание, это круто. Так, тема вечера я, поэтому немножко эгоистичного пафоса сейчас будет. Первое стихотворение называется «Гусар поэтического полка». Такое немножко заглонное. Не изданный нигде кипит роман моих страстей. Он верен сам себе, не слышит криков палачей. Да ну и что? Да ну и пусть кричат. Полнейший вздор, их слушая, молчать. В степи пустой себя порой и без сабли ощущаю, и будто ветер зря один из края в край летаю. Но я не прав, не прав вдвойне, не прав вдвойне. Шабаш, поэтов сплав, идет в войне, гнязь его ажиотаж. И сабли голоса я рассекаю темноту, кромсая в полосы людскую слепость глухоту. Лети вперед, мой эскадрон крылатый, лихой налет, свистящий звон, в атаку! Гусаром слово я, и богу стал, не дать, не взять, не можно многое, молчать нельзя. Продолжаем пафос. Называется «Ода поэту», отчасти, естественно, себе написано, как же без этого. Ну и, собственно, всем нам, рифмующим психам. Шизофреникам. Ну и шизофреникам тоже, и психам, параноикам. Разные бывают у нас разновидности поэтов. В зависимости от времени суток, да? Они меняются.